Доброе утро, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Для того, чтобы мы понимали, что мы можем начать сегодняшнюю нашу встречу. Приветствует нас Ставропольский край, Санкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре. Так, остальные коллеги также присоединяйтесь, отпишитесь, пожалуйста, чтобы мы видели, что мы видим, слышим друг друга, что у нас с вами есть полноценная связь, и мы можем работать, говорить о сегодняшней нашей с вами теме. Воронеж с нами. Так, все отлично, пишут коллеги. Московская область. Отлично. Так, я думаю, сейчас еще несколько коллег напишет, и мы начнем сегодняшнюю нашу с вами встречу. Нас уже достаточно много. Пришло на удивление, хотя на самом деле сейчас середина лета, я не ожидал. Вот, Гамбург с нами, отлично. Ростов-на-Дону, просто замечательно. Я надеюсь, что вы уже все хотя бы немножко успели отдохнуть, набраться сил, и сегодня, соответственно, мы с вами плодотворно поработаем. Так, хорошо. Поговорим мы сегодня об обучении прилогическому общению на старшей ступени обучения как эффективный способ развития коммуникативных навыков. Вот, коллеги пишут, Ставропольский край дивный. Повышаем квалификацию, отдыхаем. Майкопский район. Супер. Да, действительно, всегда можно немножко повысить квалификацию. Тем более, что я постараюсь сегодня так уложиться за час, чтобы все-таки не потратить очень много вашего времени и максимально все сделать компактно и в то же время качественно. Итак, что же такое полилог? Давайте вспомним. Происходит это слово от греческого «полис», «многочисленный», и «логос» здесь в данном случае «разговор». То есть это разновидность речи, в которой несколько участников, все они активны в речевом отношении. Есть также вы можете встретить на просторах интернета и в научной литературе понятие «трилога», когда общаются три человека. Ну, были ученые, которые считали, что можно выделить их в отдельную категорию. Также есть понятие полилогическое общение. В принципе, будет оно очень близко к полилогу. Суть одна. Если полилог, значит, общается больше двух людей. Именно этим мы хотим воспользоваться, когда обучаем старшеклассников, потому что, как мы знаем с вами, времени на говорение у нас не так много в старшей школе. Это одна проблема. Вторая проблема, что фразы уже должны быть достаточно развернуты, а значит, это отнимает достаточно много времени, поэтому хочется повысить коэффициент полезного действия, и тут нам на выручку может прийти полилогическое общение. Особенности полилога. Полилог является коллективным речевым видом деятельности, продуктом общения, обладающим рядом особенностей. Во-первых, это наличие общего для группы участников предмета и продукта деятельности. В данном случае это будет, например, когда они составляют топ-лист, да, как итог своей дискуссии. Распределение функциональных мест между членами группы, если, например, речь идет о ролевом общении, потому что дискуссии могут быть и, в принципе, групповое общение в форме ролевой игры. Мы сегодня примеры такие с вами увидим. Это может также отличает его совокупность активных взаимодействий между участниками. И тут нужно обязательно разделять то, что происходит у нас по первым трем федеральным каналам, и то, что является именно полилогическим общением. Там участники вступают в полемику. Причем у меня есть знакомый, который однажды или, может быть, два раза поучаствовал в этом. Вот, и он не мог никак сориентироваться, потому что как вот быть? Значит, там задача одна. В принципе, по классике полемики так и происходит. Перекричать других и высказать свое мнение. Больше никаких целей и задач там нет. А у нас немножко другая история. Нам нужно, чтобы учащиеся именно взаимодействовали друг с другом, чтобы они общались и чтобы они пришли к какому-то результату. Так. Если плохо слышно, то можно попробовать отключить видео со мной, и у вас останется звук, и все будет хорошо. Коллеги, остальные, всем хорошо слышно? Может быть, я тихо говорю. Так, звук хороший, отлично.
Тогда стоит отключить видео, если слышно плохо. Так, хорошо. Ну что ж, давайте будем двигаться дальше. Также особенности прилога будут. В плане интеллектуальных операций прилоги большая роль принадлежит сопоставлению и быстроте принятия смыслового решения. Это еще один плюс, собственно говоря, прилогического общения. Когда у нас учащиеся общаются обычно в диалоге, они прекрасно знают, в какой момент им нужно вступать. Либо хотя бы могут очень быстро предположить, когда им потребуется отвечать на вопрос. Они очень быстро понимают уже буквально на третьем-пятом слове, что примерно от них будет требоваться. При логическом общении все немножко по-другому, потому что они не знают, откуда придет к ним вопрос, как изменится ход общения. Поэтому им нужно намного быстрее принимать решения, быстрее вступать в коммуникацию. И, собственно говоря, это нам дает большие плюсы, особенно если говорить с точки зрения учебных задач, это хорошо помогает еще и готовить к устной части экзамена ЕГЭ. Да, то есть, когда мы учим их быстро принимать решения, быстро соображать, быстро реагировать. И, собственно говоря, в полилогическом общении отчасти может быть преодолен языковой барьер, потому что времени порефлексировать и подумать на эту тему у них может просто не остаться. Участие в прилоге требует дополнительной подготовленности в организационном плане, потому что учащиеся, скорее всего, в начале особенно будут склоняться к полемике, либо не понимать, что нужно сделать, как нужно сделать. Это тоже все может быть, но опять-таки есть упражнения, которые я сегодня вам покажу, которые помогут справиться с этими задачами, постепенно все-таки вывести на нужный уровень такой вид общения, как прилогическое общение. И все это принесет, я думаю, достаточно большие, хорошие результаты. Ну что ж, давайте будем двигаться дальше. Роль прилога в обучении, в принципе, прилогического общения. Значит, развиваются следующие умения. Во-первых, умение понимать высказывания партнера, причем тут стоит подчеркнуть слово «быстро понимать». Быстро и адекватно реагирует на них в определенной ситуации общения. Подчинять речевую деятельность неречевым задачам. Учитывать социальный статус собеседника, если, например, у нас учащиеся общаются в формате ролевого общения. Да, то есть у нас идет ролевая игра. Еще одна важная особенность полилога. При обучении, собственно, диалогу, восприятие диалога на слух является средством обучения. А при обучении полилогу и средством, и целью, поскольку участник полилога часто вступает в беседу других лиц, ему нужно очень быстро понять, что же происходит, что ему нужно сделать и как это сделать. Чтобы научиться разговорной речи, нужно больше говорить на изучаемом языке. Это, в принципе, такие общие рекомендации по обучению говорению. Но тут встает опять-таки вопрос, и, наверное, не раз буду сегодня еще обращать ваше внимание на это, что в старших классах, если мы, допустим, будем группу 15 человек, 20 человек опрашивать, допустим, в формате монологических высказываний, то у нас пройдет явно весь урок. И то, возможно, мы всех не успеем опросить. Если мы будем использовать диалог, да, у нас КПД повысится в два раза, но, опять-таки, мы успеем опросить, ну, может быть, 2-3 пары максимум. Потом либо нам нужно будет идти дальше, либо тратить оставшееся время урока. При логическом общении мы можем задействовать большее количество учащихся. 5 достаточно легко задействовать. Вплоть до всего класса уже сложнее, но также есть упражнения, которые помогут нам сделать это. Соответственно, качество отдача, скажем так, от такой работы будет намного выше. Еще одна важная рекомендация – не воспроизводить выученные тексты и стандартные фразы. Вы знаете, я когда-то давно давал подобный вебинар на эту тему и, в принципе, думал уже убрать эту фразу. Но, вспомнив, как весной коллеги очень долго в чате спорили, что топики – это очень хорошая и полезная возможность для подготовки к устной части экзаменов,
подумал, что нет, все-таки нужно оставить эту фразу, потому что действительно до сих пор бытует мнение, что воспроизводить выученные тексты – это крайне полезно. Полезность есть, но она крайне мала, и тут очень сложно говорить о том, что потом какие-то фразы из этого выученного текста осознанно будут употребляться в устной речи. Да, именно поэтому есть такая стандартная шутка, что на любой вопрос от англоговорящего человека россиянин ответит, что London is the capital of Great Britain. Да, то есть именно идут топики, именно от этого пошла вот этот короткий такой наш с вами профессиональный анекдот. Направить обучение на умение выражать свои мысли при опоре на сформированные навыки. Это достаточно сложно, но постепенно возможно, и, собственно говоря, к этому мы с вами должны стремиться. Давайте посмотрим на критерии оценивания, потому что очень часто возникает вопрос, а как же оценивать навыки говорения в принципе? Потому что с письменной речью понятно. Посмотрели количество ошибок, посмотрели, насколько решена коммуникативная задача, и какую оценку поставить, становится понятно. С устной речью всегда возникают проблемы, потому что могут быть и учащиеся не согласны с оценкой, и родители не согласны с оценкой, администрация может сказать какое-то свое мнение по этому поводу. Поэтому, конечно же, нужно держать какие-то достаточно конкретные требования. Также можно использовать требования, которые у нас предъявляются к устной речи в экзаменах ОГЭ, ЕГЭ и также ВПР к 11 классу. Можно воспользоваться теми критериями, которые я вам сейчас покажу. Итак, на оценку 5. У учащихся почти нет проблем с пониманием вопросов по теме общения. Он способен вести беседу с соблюдением норм языка, грамматические, лексические и фонетические, используя как фактическую информацию по теме, так и свои комментарии по обсуждаемой проблеме. Может начать и закончить разговор, расспросить, побудить собеседника к действию, выразить свое мнение, участвовать в обсуждении обсуждаемой проблемы и делать выводы. Владеет умением спонтанно реагировать на изменения речевого поведения партнера. А вот такие критерии, собственно говоря, будут говорить о том, что учащихся может быть пятерка. При этом, как вы видите, здесь могут быть допущены и ряд и грамматических, и лексических ошибок, потому что это нормальное явление в речи. Мы на родном языке, когда говорим, можем сбиться с мысли и, соответственно, просто не согласовать предложение. Это возникает, это все должно, собственно говоря, в какой-то степени пропускаться и на пятерку тоже, потому что в письменной речи, да, можно написать все идеально, перепроверить себя. Но в устной речи, конечно же, какие-то ошибки будут допускаться. Кстати, коллеги, забыл сказать, что если у вас есть вопросы какие-то, комментарии, не стесняйтесь, задавайте их, я с удовольствием на них отвечу. Буду только очень рад, если мы будем общаться в диалоге. На четверку. Учащийся показывает хороший уровень понимания задания, однако приходится повторить вопрос. Он достаточно свободно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое личное мнение по теме общения. Владеет техникой участия в беседе, но ему не всегда удается спонтанно отреагировать на изменения речевого поведения партнера. Владеет компенсаторными умениями, хотя их арсенал недостаточно разнообразен. В речи встречаются лексические и грамматические ошибки, но они не препятствуют общению. То есть на четверку мы видим, да, что опять-таки могут возникать какие-то грамматические, лексические ошибки, но еще и добавляется то, что учащийся не всегда с первого раза понимает вопрос. Опять-таки нужно разделять. Если он не понял вопрос, потому что он был задан как-то очень некорректно, с большими грамматическими ошибками, или же, например, когда вопрос задан, но он был задан реально тихо учащимся, или же он был задан с таким произношением, которое совершенно невозможно разобрать, тогда, конечно же, если он просит повторить вопрос, то все нормально. Если же ему нужно повторить вопрос, потому что
Он совершенно не понимает такого нормально заданного вопроса, он не понимает, что на него ответить. Скорее всего, он упустил какие-то несколько важных ключевых слов, когда слушал. То это, конечно, уже сигнал к тому, что стоит снизить балл и поставить, собственно говоря, четверку. А учащийся на тройку. Учащийся демонстрирует общее понимание обращенных к нему вопросов и желание участвовать в разговоре. Способность выхода из затруднений, возникающих в процессе общения, выражена недостаточно. Он может определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя простейшие языковые формы. Он часто нуждается в повторении и объяснении вопросов, возникающих в ходе общения. Его ответы не отличаются разнообразием используемых единиц языка и структурно однообразны. В процессе общения учащийся часто делает неоправданные паузы, нелогичен, говорит выученным текстом. Это, соответственно, сигналы для того, чтобы поставить тройку. То есть, когда учащимся очень сложно реагировать на заданные ему фразы, когда он пытается обойтись какими-то фразами или частями текста, которые он выучил заранее. Но это такое достаточно частое явление, и поэтому тут, конечно же, имеет смысл говорить о тройке. Да, когда ему нужна все время помощь во время общения со стороны учителя или одноклассников, да, когда он говорит, что он не понимает там двух-трех слов подряд, как это переводится, это, конечно же, уже может говорить о том, что нужно поставить тройку. Двойка. Конечно же, у нее тоже должны быть критерии, хотя эта оценка у нас с вами используется достаточно редко, но тем не менее, если мы говорим о критериях, должны быть критерии и на двойку. Учащийся испытывает трудности в понимании обращенной к нему речи и участии в общении. Он часто просит повторить вопрос и говорит медленнее. Его ответы состоят из коротких фраз с использованием ограниченного набора речевых единиц и моделей языка. Не умеет адекватно реагировать на речь участников общения. Высказывание может содержать лексико-грамматические ошибки, затрудняющие понимание высказывания и даже делающие его невозможным. В таком случае, конечно же, имеет смысл ставить 2. Такие критерии оценивания помогут нам с вами в решении каких-то конфликтных, спорных ситуаций. Опять-таки, говорю, имеет смысл привлекать критерии оценивания устных частей ОГЭ, ЕГЭ и ВПР при необходимости, особенно если мы говорим сейчас о 10-11 классе, то что-то среднее между ОГЭ и ЕГЭ устными частями будет как раз нужным для нас. Сейчас очень много говорят о базовом повышенном уровне, о том, что собираются их вести, тогда вообще можно будет очень просто использовать именно базовый уровень как критерии оценивания. Что еще очень важно, когда у нас учащийся в прилогической, диалогической или в принципе во время монолога общаются, имеет смысл максимально не поправлять их ошибки во время общения, я имею в виду особенно грамматические, какие-то лексические, но не очень страшные. Почему? Потому что вот эти поправки во время именно выступления, во-первых, максимально возвращают общение к учебному, чего бы нам не хотелось. Второе, именно это может привести к тому, что у учащихся будет возникать языковой барьер, потому что он слишком будет задумываться о том, сказал он это правильно или сказал он это неправильно. Поэтому этого тоже нужно избегать. Намного лучше, если мы, собственно говоря, запишем эти ошибки, потом скажем, что вот здесь можно было и правильнее было бы сказать так, а здесь нужно было сказать так. И, собственно говоря, после этого плавно подведем к тому, что скажем, что поскольку вот никак-то не попадаешь в критерии, собственно говоря, с этими критериями можно ознакомить учащихся, то, соответственно, там, допустим, оценка 4 или 3 или, собственно говоря, 5, поскольку, да, какие-то шероховатости были, но они допустимы в реальном общении, в устной речи, и поэтому все равно мы можем поставить пятерку.
Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к примерам. Было достаточно много теории. И попробуем во всем этом разобраться. Вот, пожалуйста, у нас задание из New Millennium English, где обсуждается тема успеха. И нам предлагается warm-up упражнение, да, где даны какие-то критерии, которые могут нас привести к успеху. И задается вопрос. What do you think is most important for achieving success in life? Explain your point of view. Именно благодаря такому упражнению мы можем организовать хорошую дискуссию, то есть когда каждый выражает свою точку зрения, что будет являться важным для достижения успеха, деньги, усердно работать, удача, здоровье и так далее. Да, может быть, они добавят сюда какие-то дополнительные критерии. И, собственно говоря, они могут все это дело обсудить, проговорить и создать в итоге топ-лист, да, как итог их общений, да, когда что-то встанет на первое место для достижения успеха, что-то встанет на последнее. Так, Ольга пишет, я была на семинаре в Обнинске в июне, жалко, что вы там не выступали. Я бы с удовольствием поучаствовал в мастер-классе по обучению говорению, это важная тема. Я думаю, что мы в дальнейшем запланируем, просто там была такая плотная программа, что мне уже, собственно говоря, никак нельзя было в нее втиснуться, да, иначе бы все уехали где-то в районе ночи. Но я думаю, что в следующий раз, когда будем такое организовывать, тем более, что есть такие пожелания, то, конечно же, мы проведем такой мастер-класс. Я с удовольствием его буду рад провести. Так что не переживайте, приезжайте еще. Так, хорошо. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Следующий пример у нас из редапа для 11 класса, где тоже можно найти интересные задания. Вообще, как определять, да, вот мне вчера коллега спросил, как определять задания, которые могут быть направлены на обучение полилогической речи. В первую очередь, это те задания, где написано, что нужно поработать в группе, что-то обсудить и, собственно говоря, поделиться своими результатами, либо потом обсудить это с другими группами. Это те упражнения, где написано, что нужно, в принципе, что-то обсудить. И, соответственно, те упражнения, которых мы реально видим, что мы можем подвести к групповому общению, да, что ситуация сама, собственно говоря, этому благоволит. Итак, что здесь предлагается? Нам нужно поработать в группе, выбрать фильм, который все видели в этой группе, и обсудить его позитивные и негативные моменты. Сделать в ходе дискуссии записи. Это, кстати, тоже очень хороший, важный момент дискуссии, когда ведутся какие-то важные пометки. И затем доложить о своих результатах дискуссии остальной части класса. То есть, соответственно, мы делим класс, допустим, на три там, группы по 5 человек. И они уже, собственно говоря, это все обсуждают, а потом выносят свои умозаключения на остальную часть класса. Затем нужно сообщить результаты всему классу. И предложить, да, постараться уговорить класс, посмотреть фильм, тот, который вы выбрали. Да, собственно говоря, потом можно по итогам опять-таки проголосовать. Да, сколько человек, какой фильм захотели посмотреть. Будет хороший результат, будет понятно, собственно говоря, к чему мы стремились во время выполнения этого упражнения. Такое упражнение займет, я думаю, что минут 10-12 от урока, но они будут, как вы понимаете, потрачены с пользой. Они будут потрачены со смыслом. И будет очень хорошая продуктивная деятельность. Еще один пример уже из пособия Business English for Young Adults, где нам нужно поиграть в игру «Сломанный телефон». Очень хорошая игра. В данном случае предлагается разделиться на две команды. Значит, каждая команда, собственно говоря, пытается донести сообщение до посланное от первого к последнему, максимально качественном варианте, да, потом можно сравнить, насколько
хорошо дошло сообщение в первой команде, насколько оно хорошо дошло во второй команде. Тоже будет очень хорошее задание. Оно не совсем, собственно говоря, на полилогическое общение, но зато оно хорошо помогает настроить в дальнейшем на полилогическую речь, потому что нужно от воспринимающего быстро перейти к формату того, что ты передаешь информацию, быть крайне внимательными. Это раз. Второе, да, оно заставляет нас быстро думать, соображать, что тоже помогает нам с вами подготовить к полилогическому общению. Еще один пример из Business English for Young Adults, где нам нужно поиграть в ролевую игру, поработать в группах. Группа А – те, кто собираются сделать телефонный звонок. Группа Б – это те, кто собирается принять этот звонок. И группа С, товарищи, которые у нас с вами будут, собственно говоря, за всем этим очень внимательно наблюдать. Группе А и группе Б выдаются ролевые карточки. Вообще ролевые карточки – это очень полезно, это очень удобно. Если вы сами, собственно говоря, хотите провести какую-то дискуссию по какой-то теме, то, собственно, не стоит стесняться использовать ролевые карточки, готовить их заранее. Это очень хорошо помогает правильно настроить учащихся, помочь им и, собственно говоря, снимает ряд трудностей. Значит, эти карточки помогают им спланировать свой телефонный звонок. Группа С работает, собственно, с таблицей критериев, которая позволяет им определить, насколько успешен был звонок. Они, собственно говоря, будут наблюдать за первыми двумя группами. Потом можно поменяться. Тоже очень хорошая такая групповая работа, полилогическое уже общение, поскольку им нужно обсудить, кто будет, собственно говоря, вести телефонный разговор, что в нем нужно сказать, как к этому подойти и так далее. Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к дискуссиям. В отличие от полемики, которая, как я говорил, происходит на первых трех федеральных каналах как минимум, у дискуссии есть правила ведения дискуссии. Что стоит проговорить со своими учащимися? Во-первых, опять-таки, дать им яркий пример, как делать не надо. И затем потом обсудить правила ведения дискуссии, что такое дискуссия. Итак, дискуссия – это деловой обмен мнениями, требующий объективного подхода. Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. Обсуждение следует предоставить каждому участнику возможность высказаться. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно рассмотрены всеми участниками дискуссии. То есть тут мы не можем просто взять и отмахнуться, мол, ты говоришь глупость. Также, помимо этого, что стоит тут сказать, что в дискуссии нельзя переходить на личности ни в коем случае. Не должно быть обсуждения проблемы сводиться к тому, что а ты такой, а ты сякой, и, соответственно, ничего ты умного сказать не можешь. Это очень важный момент. И еще один пример, опять-таки, warm-up упражнение или mind-map упражнение, где нам, собственно говоря, или brainstorm, тоже очень часто так организовывается, когда нам нужно определить, какие слова будут относиться к какому-то гендерному понятию. В данном случае берется понятие одежда. Да, мы, соответственно, можем как-то превратить в дискуссию. Во-первых, когда мы предлагаем объяснить свой выбор. Во-вторых, когда мы, например, голосуем, что стоит сегодня одеть. Да, из тех понятий и слов, которые были представлены. И, собственно, объяснить, почему. Да? Допустим, сегодня жаркая погода, поэтому нужно там одеть, не знаю, платье, носки и туфли. Или же наоборот, там сегодня зима, поэтому платье не пойдет, нужны брюки, нужны там джинсы, даже будут лучше, можно доказать, почему джинсы лучше и так далее. Это будет хорошим поводом для дискуссии, такой небольшой, на 3-5 минут. И у нас хорошо класс будет подготовлен к дальнейшей деятельности на уроке. При этом этап говорения будет не упущен. Еще одна памятка по правилам проведения дискуссии. Таких памяток достаточно много.
где-то в середине, собственно говоря, и находится истина. Она уже такая непосредственно направленная на учащихся. Ты должен критиковать идеи, а не людей. Будь готов выслушать любую точку зрения, даже если ты с ней не согласен. И тут можно добавить, что попытайся найти в этой точке зрения плюсы и минусы. Кстати говоря, в дискуссии очень хорошо будет развиваться и критическое мышление. Твоя цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. Да, то есть, опять-таки, мы учимся отделять личное от какой-то общей цели. Старайся терпеливо выслушивать точку зрения своего собеседника до конца. Отрицая что-либо, объясни почему, постарайся найти доказательства и аргументируй это. Критикуя что-либо, предлагай что-то взамен. Старайся терпеливо объяснять свою точку зрения. Такие простые, хорошие правила, которые помогут нашим с вами учащимся понимать, что же такое дискуссия, что от них требуется и что им необходимо, соответственно, делать. Еще один пример из Business English for Young Adults, электронного учебника, где нам нужно обсудить, после того, как мы посмотрим на картинке, такие вопросы. What do these companies do? Are they big or small? Where are they? Which of them would you like to work for? Why? И, собственно говоря, последний вопрос и будет дискуссионным. То есть тут стоит немножко опять-таки им помочь, подсказать, хотят ли они работать в какой-то маленькой организации, или же они хотят работать в каком-то крупном холдинге. Хотят ли они, собственно говоря, какие плюсы есть работы в большой компании, какие есть плюсы и минусы работы в маленькой компании. Как они видят себя в будущем. Очень хорошее упражнение, которое может привести нас к дискуссии, к хорошему обсуждению. Тема будет для них актуальная, особенно там уже в 10-11 классе. И может быть рассмотрена еще как профориентационная работа. Потому что когда у нас сегодняшние 10-11 классники выходят из школы, сдают экзамены, пожалуй, где-то треть из них, я думаю, если вы согласны или не согласны, напишите об этом в чате, еще не знают, чем они хотят заниматься в дальнейшем, на кого бы они хотели учиться и, собственно говоря, что им делать дальше. Да, а такая работа поможет и нам с вами развить навыки общения, и, с другой стороны, им поможет немножко понимать, кем они себя видят в будущем. Еще одно хорошее упражнение из New Millennium English для 10 класса – это warm-up упражнение, которое также может быть в форме дискуссии при логическом общении рассмотрено. Что нам нужно сделать? Look at the pictures and say, why do you think these people are living here? How do you feel about them? Do you want to help them? И можно задать вопрос, how do you want to help them? Очень хорошее упражнение, поскольку животрепещущая тема. Вообще, вот такие темы, которые хорошо цепляют, хорошо, собственно говоря, выводят на общение, их и стоит использовать. Потому что если тема абсолютно неинтересна учащимся, формат общения неинтересен, то вывести их, в принципе, на какое-либо общение будет достаточно сложно. Я думаю, что это будут какие-то отдельные фразы, и то в таком формате, что, мол, Петров отвечай, там Иванова отвечай. А тут же, ну, все-таки в логическом общении, об этом и Вайсбург писала, очень важно, чтобы тема была близка учащимся, для того, чтобы они ее подхватили. Собственно говоря, нам еще и приходилось переходить к итогам обсуждения, да, поскольку нужно там двигаться дальше по запланированным этапам урока. Очень будут полезными ролевые игры проблемной направленности. В отличие от дискуссий, учащиеся проживают свои роли, принимая на себя роли персонажей, попавших в эту ситуацию. Чем это полезно? Во-первых, этот формат очень привычен нашим с вами современным учащимся, поскольку в социальных сетях они очень часто берут какие-то никнеймы, аватарки и пытаются соответствовать
тому образу, который, собственно говоря, они придумали, либо приняли. Опять-таки, за ролью или каким-то персонажем учащимся намного проще выступать, поскольку формально они выражают не свою точку зрения, а точку зрения данного персонажа. Также, благодаря ролевым играм, учащимся намного проще понять, как логически должна развиваться беседа или сюжет, и, собственно говоря, что будет ее логическим концом. Это тоже им полезно и интересно. Плюс есть возможность потом разыграться в ходе уже подготовки, либо самого ролевого общения, и, собственно говоря, снять большую часть языковых барьеров. Что обязательно должно присутствовать в задании? Во-первых, проблемная ситуация, потому что если нет никакой проблемы, то и это уже будет либо уроки актерского мастерства, где у нас есть роли, есть какие-то тексты, мы их зачитываем, либо что-то абсолютно неинтересное. Наличие распределения ролей, то есть легенды ролей, сюжет ролевой игры, краткий, для того, чтобы учащиеся могли понять, к чему они примерно должны прийти. Наличие общей цели у группы, опять-таки, если есть проблемы, то цель такая и будет. И многоальтернативность решений, то есть у нас должна быть открытая концовка, мы должны давать им возможность прийти к, вот в ходе проживания этой ситуации в этих ролях, прийти к какому-то решению, к которому придут они сами. Так, идем с вами дальше. Такие игры у нас с вами есть, например, happyenglish.ru для 11 класса. Совершенно замечательное задание, которое рассчитано авторами на 2 урока, и вы не пожалеете, если вы их проведете в течение 2 уроков, где нам предполагается провести суд над глобализацией. У нас есть хороший формат суд, который им интересен, он им привычен, им нравится кого-нибудь обсуждать, осуждать. Почему бы этим не воспользоваться во благо? Соответственно, у нас тут же становится понятно, какие у нас есть роли, благо, что авторы еще и сделали ролевые карточки, сделали хороший, сейчас покажу, глоссарий. Да, вообще глоссарий подготавливать к таким заданиям, это тоже будет крайне полезным и важным, для того, чтобы учащиеся не плавали в тех понятиях, которые они должны знать, скажем так, постоянно в активной лексике, но которые им будут нужны именно в данной ситуации. Что мы здесь видим? У нас есть с вами судья, у нас есть с вами жюри присяжных, есть, скажем так, как по-русски это будет гособвинители. У нас немножко разные системы суда, поэтому все бывает сложно объяснить. У нас есть, собственно говоря, и адвокат, у нас есть и позиция защиты, свидетели. Вот Марина пишет, пробую провести интересные формы, хорошо проработанные, ребятам понравилось. Да, это действительно нравится нашим с вами учащимся, поэтому стоит обязательно это все использовать. Плюс, как мы здесь видим, мы можем какие-то роли увеличивать количество участников, чтобы включить в эту работу весь класс. И, соответственно, нам понятно, к чему. Да. Собственно говоря, жертва, да, кого обвиняют у нас есть. Мне просто не было видно. Все эти роли у нас есть, и, соответственно, есть роли, которые мы можем увеличивать количество участников. Соответственно, у нас есть история, да, которая помогает понять, что же нужно. У нас есть ролевые карточки, которые помогают тоже понять, что же нужно делать. Поэтому я думаю, что такая игра пройдет хорошо, и в данном случае авторы добиваются совершенно замечательного. Та лексика, которая у нас есть по теме глобализация, в какой-то момент становится активной именно в ходе выполнения данного задания. Это полезно, это крайне важно, это интересно, поэтому, конечно же, такие упражнения имеют смысл использовать в своей работе. Что еще можно предложить? Да, я сам в свое время разработал комплекс упражнений для своего диссертационного исследования, которое все-таки, надеюсь, рано или поздно защитить.
которые, собственно говоря, помогают, помимо того, что просто предложить учащимся упражнения на дискуссию или же на ролевые игры проблемной направленности, также помогает им подойти к этой работе, помогает им набрать необходимый в данный момент активный словарный запас, поскольку это крайне важно, потому что если учащихся не будет, если не будет хватать именно необходимых для данной темы слов, будет достаточно сложно работать. И, в принципе, помогает им перейти к полилогическому общению. Потому что, конечно же, к этому в идеальной ситуации нужно подводить, нужно постепенно подходить к этому, а не просто взяли, вот сейчас мы будем с вами что-то обсуждать в группе. Это, скорее всего, не проходит. Я даже пробовал на достаточно таких сильных группах провести логическое общение, что называется, из огня да в полымя. Но, к сожалению, чаще всего это либо работает очень тяжело, либо не, собственно говоря, случается, да, им крайне сложно. Поэтому, конечно же, нужны упражнения, которые подведут их к этому, обучат. Значит, какие упражнения здесь предлагают? Здесь разбираются две темы, это обучение в университете и профессии. Вот, и мы будем видеть упражнения то из одной, то из другой. В первом упражнении нам предлагается сгенерировать как можно больше комбинаций и слов, да, придумать словосочетание. И если мы придумали какое-то совершенно необычное словосочетание, нам нужно быть готовыми объяснить свою точку зрения, почему так может быть. Здесь специально заложены такие слова, чтобы такие словосочетания появлялись. То есть, с одной стороны, они учат необходимую лексику по данной теме, теме профессии. С другой стороны, мы можем время от времени спрашивать каких-то учеников, почему же у них сложилось такое словосочетание. То есть, мы их выводим на говорение. Это для самого начала. А затем мы предлагаем тоже очень хорошее упражнение, которое еще и в итоге может нам с вами помогать готовить к устной части экзаменов, там, где мы работаем с картинками. Нам нужно следовать следующему плану. Нам нужно посмотреть на картинку буквально в течение 1-2 секунд. Затем мы ее убираем и предлагаем классу рассказать то, что они увидели. Конечно же, сначала они будут возмущаться, говорить, что это очень мало времени. Вы им говорите, вы скажете ровно столько, сколько вы увидели. Собственно говоря, больше и не надо. В итоге они вам должны на языке сказать, что они увидели. Что они, скорее всего, в данном случае увидят на данной картинке. Автомобиль, они увидели, что вокруг нее крутятся 3 человека. В принципе, этого будет достаточно, поскольку это самое главное. Затем мы показываем картинку буквально на 3-5 секунд. И опять-таки предлагаем учащимся рассказать, что они еще увидели, о чем они не говорили в первый раз. Что они будут делать? Они опишут, что это гараж, что там есть еще машина, что висят какие-то инструменты, что один из механиков что-то делает под машиной и так далее. Да? И затем мы уже предлагаем ее рассмотреть полностью и рассказать о всех тех мелких деталях, которые они не увидели. Что это позволит? Это позволит им, во-первых, быстро принимать какие-то решения, быстро включаться в работу. С точки зрения описания картинки, это их научит описывать от самого главного к самым мелким и второстепенным, третьестепенным деталям. И затем мы выводим их уже на говорение, когда предлагаем им высказать свое мнение, высказать свои какие-то мысли по данной теме, какие у них ассоциации есть с данной картинкой, да, и так далее. Да, то есть уже переходим к говорению, когда мы немножко вошли в тему тем, что описывали данную картинку. Да, вот она. Поближе мы видим, то есть главная задача подобрать такую картинку, которая будет, скажем, в которой будет что описать. Много предметов, много героев каких-то. Собственно говоря, это важно. В данном случае картинка так будет больше помогать просто понять, в каком формате будет происходить общение. В данном случае это будет
тоже вид патологического общения, но направленный в основном на одного человека. Что здесь мы должны сделать? Мы должны поинтервьюировать какую-то интересную личность. Допустим, по теме нашего урока, в очень многих учебниках тема урока задается как в форме вопроса, либо задать какую-то главную тему. Задача такая, что один из учеников, по первости должен быть сильный ученик, должен представить себя в роли какой-то известной личности, причем еще и известной многим учащимся. Пример министра, президент, если мы там говорим о каких-то глобальных проблемах, или же рок-звездой, как на апробации одна девочка заявила. И все остальные должны провести пресс-конференцию, то есть все остальные учащиеся становятся журналистами. Каждый из них должен задавать вопросы, которые, собственно говоря, помогают выяснить, что же это за персона, и, собственно говоря, какие у него планы, какие у него мнения по данной проблеме и так далее. Очень хорошо работает данное упражнение. И оно помогает, собственно говоря, тому, кто сидит вот на таком горячем стуле, уметь быстро отвечать и реагировать на различные вопросы. Тем, кто задает вопросы, учат их, собственно говоря, их задавать, учат следить за тем, что происходит вокруг, чтобы не задать один и тот же вопрос, который уже был задан. Все это помогает подготовить к полноценному патологическому общению. Очень интересно было на апробации посмотреть, как девушка, которая представляла себя как раз рок-звездой, когда возникла достаточно продолжительная пауза, сказала: «А вы же, наверное, еще хотели узнать об этом. Я вам сейчас расскажу». Это было просто замечательно. Собственно говоря, это результат. Да, это говорит о том, что данное упражнение достигло своей цели. И затем мы постепенно подводим учащихся к тому, что снова активизируем их лексику. Да, мы выполняем вот такие вот спайдер-грамм. Да, проводим такие мозговые штурмы, которые помогают определить, что такое основное понятие, что такое, что может включать данное понятие, да, что вот охарактеризуется, что ассоциируется у учащихся со словом student. Да, причем данные совершенно разные слова, и они все их могут, собственно говоря, использовать. Опять-таки, учителю предлагается спросить учащихся, если он, допустим, выбрал какое-то неожиданное слово, допустим, crazy или там freshman и так далее. Затем предлагается похожее упражнение, где нам нужно ответить на вопрос: why do you want or don't want to study at a university? Да, и называем, собственно говоря, причины за и против, выписываем их, составляем такие топ-листы за и против. Так мы постепенно тоже приходим к дискуссии, поскольку, скорее всего, они захотят уже обсудить, почему за кто-то, почему против, почему именно такие аргументы выдает, как у меня учащийся сказал, что он против обучения в институте, потому что среднестатистический выпускник института получает ровно столько, сколько же и водитель троллейбуса в Москве. Да, и очень долго отставил, собственно говоря, эту идею. Я в какой-то момент поддержал в том плане, что дал возможность ему отстоять свою точку зрения. Было очень, собственно говоря, интересно. Значит, дальше мы предлагаем провести дискуссию. Ролевую игру, прошу прощения. Главный вопрос этой ролевой игры: why is it important to study during all your life? Работает у нас с вами 5 учащихся. Значит, происходит разговор между, скорее всего, за столом, где встречаются, собственно говоря, за этим столом родители. У них есть 2 сына. И у одного из сыновей, у младшего, есть еще и девушка, которая тоже приходит к этому обеду.
И, собственно говоря, они объясняют элементарную позицию: не хочу учиться, хочу жениться. Да, такая провокационная тема. Но, собственно говоря, в ходе работы, в ходе такого обсуждения, поскольку тема им близка, одни отстаивают, вот старший брат и родители, что нужно учиться. Скажем так, те, кто по ролям более младше, школьники, да, 16-17 лет, отстаивают позицию, что нет, что нужно жениться, нужно идти работать. Собственно говоря, высшее образование не важно. Очень хорошая возможность получить хорошую ролевую игру, проблемной направленности, обсуждение, общение в группе. Опять-таки, они уже в ходе выполнения предыдущих упражнений подготовлены к тому, чтобы участвовать в таком общении. Простые правила ролевой игры. Don't interrupt the speaker, be polite, take your role and remember that it is play. Да, для того, чтобы опять-таки не перейти на личности. И, собственно говоря, дискуссия. Дискуссия предлагается в таком формате. Что является важным для того, чтобы выбрать будущую профессию, и как вы, собственно говоря, планируете сделать это? Предлагается посмотреть видео, на котором рассказывается, как, собственно говоря, можно достичь этой цели. Затем предлагается разделить на малые группы и обсудить два вопроса и, собственно говоря, занять одну из позиций. Одна группа, значит, каждый принимает решение сам. Кто-то займет позицию, что самое главное – это cost of education. Как, собственно говоря, цель достижения успеха bivocation, short-term training, interesting for work in the future, parents' opinion is the most important point, open microphone. То есть те, кто не заняли никакую позицию, которая была задумана автором в данном случае, могут занять позицию людей, которые могут говорить все, что угодно, и, собственно говоря, сформировать свою позицию в ходе общения. Значит, те, кто в группе Open Microphone, могут задавать вопросы и, собственно говоря, принимать участие в голосовании, или же вообще высказать свою точку зрения. Опять-таки, даются простые правила дискуссии, примерно такие же, как мы говорили. В данном случае, не перебивать говорящего, быть вежливым. Каждая группа называет три аргумента, и каждая группа может дать по одному или три контраргумента и, собственно говоря, задавать вопросы. В итоге они пишут топ-лист, который позволит выяснить, что же является самым важным и не менее важным для того, чтобы выбрать свою будущую профессию и достичь успеха. Вот такое упражнение очень хорошо может помочь уже провести такую полноценную, качественную дискуссию. Так, ну и что ж, давайте теперь будем постепенно подходить к итогам, и выделим проблемы в работе преподавателя по обучению говорению. На говорение как вид речевой деятельности, как мы с вами говорили в течение всей нашей встречи, отводится мало времени. Не выделяются этапы обучения говорению, языковое, речевое, формирование речевых навыков, коммуникативное развитие речевых навыков, речевых умений, потому что чаще всего у нас просто не хватает на это времени. На коммуникативный этап отводится недостаточно времени, поскольку он требует, собственно, достаточно большого объема минут от урока. Говорением нельзя считать воспроизведение выученного наизусть текста, либо его чтение, как некоторые преподаватели иногда до сих пор думают. Учащиеся превращаются в пассивных слушателей, в этом случае педагогу нужно уменьшить количество своего общения на языке и больше давать возможности говорить ученикам. Такое бывает, мы с вами очень активно, все занимаем активную жизненную позицию, мы начинаем очень много говорить на английском языке, но в итоге весь остальной класс молчит. Недостаточно используются аудиовизуальные средства в качестве источника формирования устной речи. Видео, аудио. Это тоже очень важно. Так, ну, если у вас есть какие-то дополнительные комментарии в ходе нашей встречи, я думаю, самое время их высказать. Может быть, вам что-то осталось непонятным, что-то понравилось, не понравилось. Обязательно их высказывайте, либо есть что добавить к этому. Да, я же как подведение этого итога хотел бы сказать, что
Как мне кажется, и как, собственно говоря, подтверждает ряд исследований, полилогическое общение может помочь решить хотя бы ряд из этих проблем и, собственно говоря, развить навыки говорения у наших учащихся старшеклассников на кардинально новом уровне. Этот уровень будет значительно выше. Также хочу напомнить, что обращайтесь к нашему сайту издательства, к интернет-магазину издательства «Титул». Мы есть в социальных сетях, и мы сейчас проводим конкурсы репостов, несмотря на то, что лето. Публикуем какую-то интересную информацию. У нас постепенно появляются какие-то рубрики в социальных сетях, поэтому присоединяйтесь к этой работе. И хочу напомнить о том, что у нас появились новые электронные книги. Серия «Титул Classics», «Титул Junior Classics» и «Титул Action». Читайте и слушайте с удовольствием. К этим книгам есть аудиозаписи, они бесплатные. Сами эти книги в электронном виде, их очень можно быстро приобрести, скачать и, собственно говоря, воспользоваться. Книги хорошие, интересные, английских и американских классиков. Поверьте, очень удобные в использовании. Я думаю, что вам понравится. Ну что же, так мы постепенно переходим к тому, как получить сертификат. Я надеюсь, что вам сегодняшняя встреча была полезна, что вы не подумали о том, что вы зря потратили целый час из времени лета на то, чтобы послушать. Я надеюсь, что все это вам пригодится. Презентация и видеозапись будут выложены на englishteachers.ru, не переживайте. В течение ближайших дней вы это все сможете посмотреть, еще раз скачать без каких-либо проблем. Так, ой, спасибо большое. Да, старался именно так построить. Спасибо большое, Елена. Рад, что встреча была полезна. Сейчас я вам дам код для скачивания сертификата. Сейчас одну секунду, я его, собственно говоря, возьму. И дам ссылку прямую, да, как вам, собственно говоря, и где его получить. Я надеюсь, что эти сертификаты тоже будут для вас полезны. Вот, пожалуйста. Спасибо большое за теплые слова. Собственно говоря, ради них и стараюсь. Так, поскольку я вижу, вопросов больше нет, код для скачивания сертификата и ссылка у вас. Спасибо большое. Всего доброго и до новых встреч.